давняя мечта, вот серия надувных скульптур, потому что это такая очень мобильная гастрольная серия. Конкретно эта серия называется «Карнавал нейронных сетей». Она была сделана для фестиваля «Политех». И, в общем-то, эти работы выполнены мной в коллаборации с нейронной сетью Deep Dream. Так что, в общем-то, эти работы, эти вещи, они такие максимально нечеловеческие, такие невообразимые. Большая инсталляция, много работ. В общем-то, выставка похожа на ретроспективу. Это главная инсталляция. Разных лет. Ну, вот она, вот эта вся, можно сказать, одна инсталляция. Да, один такой мир. И этот мир, он выстраивается здесь и в плоских работах, картинах, рисунках, там, коллажах, и в инсталляции. Да? То есть это какая-то такая цельная картинка мира для меня. Вот. И на этой выставке хотелось бы какую-то провести параллель между всеми этими очень разными, на первый взгляд, работами. Вот. Ну, через образность, как бы, ну, это тут в одном предложении сложно сказать, да, в чем смысл. Ну, это такое полуабстрактное искусство, такой какой-то нечеловеческий мир, да. Ну, конечно, он связан с человеческим, но, да, какое-то такое зеркало параллельной реальности, скажем так, да, такое, как бы такой организованный хаос, как бы какая-то экосистема, существующая по... Ну, несуществующим законом в нашем представлении, да, не по нашим законам и логикам живущим. Вот. Ну и как бы вот здесь комбинирование такое идет. В основном инсталляция состоит на большую часть из редимейдов, из найденных предметов каких-то, да, какие-то фигурки, игрушки, мебель, тряпочки. Вот. Из этого выстраивается такой город. И вот все эти фактуры, текстуры, материалы, такое море материалов, это лавина, да, обрушилась. Первоначально мы хотели сделать выставку металлических скульптур Ивана, да, и, конечно, у нас такая вообще мечта воплотить в городском пространстве Казани, вот, но пока только мы ищем, да, к этому подход, вот это нужно все обсуждать, в том числе, там, да, с какими-то городскими структурами, и мы решили пока ограничиться вот такой вот камерной выставкой в галерее, куда входят графические, живописные работы, большая инсталляция с одноименным названием, да, «Дорога королевского пирога». Вот, и, значит, у нас в рамках фестиваля еще состоялась акция демонстрации больших надувных резинок скульптур, называлась она «Карнавал нейронных сетей». Мы экспонировали 6 августа в течение дня на общественном пространстве в Казани, на таких площадках, как площадь 1 мая, улица Баумана, набережная вновь открывшаяся, озеро Кабан. Успех, потому что работа Ивана очень яркие такие, звонко звучащие в пространстве и интерьерном, и городском также. Мы надеемся, что в результате вот этой нашей работы по знакомству, да, Казани с творчеством Ивана, конечно, наша идея — это какие-то его масштабные скульптурные работы представить в городе, а на улицах, площадях, вот, потому что, вот, например, сейчас его скульптурная группа «Крем-брюле» экспонируется в Петербурге, в парке Новой Голландии, участвует в фестивале современной скульптуры. Вот, и у Ивана достаточно много таких вот, как бы, объемных монументальных работ. И, конечно, мы хотели украсить ими Казань. Может быть, в рамках временного паблика проекта, может быть, найти место для постоянного размещения. Ну, понятно, что это только наше желание. Мы надеемся, что город пойдет нам навстречу.
и примет такую современную скульптуру, потому что у нас, конечно, не секрет, что огромный дефицит именно современной такой художественной практикой, современной скульптурной формы. В Казани в основном это всевозможные как бы, да, традиционные скульптуры, такой мемориальный характер, да, это памятники. Вот, а какой-то такой декоративной, аллегорической, символической скульптуры у нас совсем нет.